пошел, наверное, в бой на фланге, потому что здесь он останется вне боя, если отойти в атаке от этого. Вообще этот неправильный стек будет. Это основной стек, да. Шамана вообще не думаю сказал. На кого-то оставил. Вообще посмотрите, сколько. Можно телегу бросить. Ну. Телегу эти. Ну и тяжелее убить она. Громоздкая. Ветеран. За риск получается, что шаману дань чуть-чуть надо, может дать, я непонятно, опыт дается там отдельно от выигранных битв. Нам, конечно, эксперта было, что придумал тут фанкса, но... скорее всего. И тут много набирать, чтобы он набрал. Сколько? Ну, с этим рискуем. Вчера пускай играла. Но этот стек вот этот дальний не участвует. Не, у нас не, у них два стека. Синяя регенерация. А у нас не по два стека на один, а как бы еще и дополнительно. Но если мы не вступим в бой сейчас, то тут подойдет герой с кучей магии, и еще та будет ладить непонятно, потом вылезти будет. А если мы разобьем их, они отойдут. У нас, ну как бы, в принципе, догнать их нечего. Главное, чтобы они не ломали на гору или вокруг там. И они будут стоять тут неделю. У них мультикоры там 113 кальция коры, у них боевые искусства, хп куча. Безвестная кавалерия.
все. Да не, может мы их даже и разнесем. Не факт, но это мантикороси. Большие. Да все тут большие, тут ворог. Штурмовик. 80. Это как... 80 пизанских армий. Оценивать. Будем рубиться.